Сегодня я покажу, как сформовать хлеб в виде цветка тюльпана. Для этого необходимо 840 грамм теста. Я использую из рецепта тесто фиолетовый мраморный. Линк оставлю под видео. Также 2 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки воды и мука. Чтобы сделать цветок, можно использовать одноцветное тесто. Его необходимо разделить на 2 неровные части. Одна часть будет 1/3 от общего количества теста и вторая 2/3 от общего количества. Начинаем с большей части. У меня она розовая, 560 грамм. Формуем круглой формовкой. Откладываем сформованную часть в сторону. Берем 1/3 теста. У меня оно белого цвета. Присыпаем мукой, выкладываем на рабочую поверхность и растягиваем в круг. Примерно 40 сантиметров в диаметре и 1 сантиметр толщиной. Стараемся делать круг по толщине равномерным, не сильно тонким. Края круга смазываем водой. Центр круга смазываем маслом. Переносим розовый шар швом вверх на белое тесто. Посередине выкладываем, где смазано маслом. Дорабатываем шов, если необходимо, на розовом тесте. Затем натягиваем края, смазанные водой, и защипываем поверх, чтобы не было видно шара. Переворачиваем и заклеиваем шов. Сформованное тесто переносим швом вниз в расстойную корзинку. Сверху я закрываю пакетом и буду растаивать в холодильнике около 10 часов при температуре 5-10 градусов. После длительной расстойки я перенесла тесто на пергаментную бумагу. Присыпаем обильно поверх мукой. При помощи пищевой веревки я делю тесто на 6 сегментов. При помощи лезвия по намеченным линиям я делаю надрез белого теста под прямым углом до розового. При помощи острых ножниц параллельно розовому тесту надрезаем концы лепестков. Теперь при помощи лезвия под углом примерно 30-40 градусов вглубь делаем надрезы лепестков между белым и розовым тестом. Теперь отправляем наш бутон в духовку, чтобы он открылся. Первые 10 минут выпекаем под крышкой при 250 градусах. Затем снимаем крышку и допекаем 20 минут при 230 градусах.